Всем привет! Сегодня мы продолжаем сборку нашей рамы. Ставим дополнительные компоненты. Вот. Мосты, к сожалению, собрать не могу, так как у меня еще нет металлических подшипников. Я решил поставить сразу металлические. Как говорят, лучше накат. Надольше хватит работы аккумулятора. Ну и так далее. В общем, поехали. Теперь собираем рессоры. Вот такой вот пирог у нас получается. Вот механизм собирается, фиксируется. Сейчас собираем еще одну рессорину в комплекте, так скажем, и попробуем уже зафиксировать, поставить на нашу раму. Так, рессоры готовы, попробуем поставить их на место. Опять же, еще раз напоминаю, если вы путаетесь в размерах болтов, гаек и так далее, то самый простой способ — это взять и приложить к рисунку один в один. Вот видите, то есть вот вам подсказка, где что использовать. В данном случае это у нас соединение сквозной рессора наших. Теперь попробуем собрать амортизатор. Так, тут у нас есть пружинки. Вот такой вот болтик, а наконечник что-то, я даже не знаю, какой должен быть правильно. Сейчас посмотрим, соберем. Так, один собрали. Еще пять. Собираем остальные. Собрали 6 амортизаторов. Все работают. Разобрал еще раз, забыл просто вставить круглые пластины пластмассовые. Как-то так. Дальше зафиксировали рессора, сделали крепление впереди под рессоры, тойка тоже вкрутили, как-то так. Поехали дальше. Поставили передние амортизаторы, собираем, продолжаем сборку передка. Рессорные листы прикрепили, теперь нужно все к амортизаторам приделать. Так, в итоге вот у нас передняя подвеска собрана, сделана. Единственное, что гайки, ошибся немножко, задумался, закрутил, но ничего страшного, поменяем их местами. В принципе, они почти похожи. Продолжаем нашу сборку. Поставили вторую сторону. Интересно, как сейчас делать здесь развал, так скажем. И опять же рейку накидываю на рисунок, так как здесь написано, что 91 миллиметр должна быть длина самой тяги. Вот, но самое оптимальное я делаю просто по рисунку и накладываю. Естественно, потом проверю еще линейкой. В общем, давайте попробуем, поставим на место. Вроде бы ровно 91, но может быть плюс-минус 1 миллиметр. Надеюсь, что все четко будет, иначе будут проблемы потом с регулировкой. Но что-то уже похоже есть. Вроде бы ровно.